Москве отменен фестиваль «Крымская весна» на Тверской. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Агентству новостей «Москва» руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немирюк сообщил, что основная программа фестиваля «Крымская весна» на улице Тверская отменена. По его словам, на других площадках фестиваль пройдет так, как и планировалось. Фестиваль «Крымская весна» запланирован с 14 по 22 марта. Он рассказывает об истории и культуре полуострова Крым. Кроме Тверской улицы, мероприятия запланированы на 14 городских фестивальных локациях. Также к нему должны присоединиться Зарядье и парк Горького. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!